Привет, друзья! В этом видео я покажу, как сделать своими руками гранату из 3000 петард. Ну а в конце мы ее бахнем, так что смотрите видео до самого конца. Для начала нужно сделать основу гранаты из картона. Осталось закрепить корпус и добавить верхнюю и нижнюю часть. Вот такая граната у нас получилась. А теперь нужно сделать запал. Чтобы граната взорвалась, я склею вот так несколько петард. А сверху очень плотно закреплю чиркало. И когда я его достану, петарда зажжется. Теперь давайте соберем верхнюю часть гранаты. На это у меня ушло несколько пачек петард. Осталось собрать сам запал. Посмотрите, граната почти готова. Осталось самое сложное — обклеить это все 3000 петард. Наконец-то все готово и можно приступать к эксперименту. Напишите в комменты, насколько эта граната похожа на настоящую. А мы отправляемся в поле в самом секретном районе Гармония. На улице идет сильный снег, но это не помешает мне провести эксперимент. А чтобы граната зажглась вся сразу, нужно будет добавить немного бензина. О нет, запал не сработал. Скорее всего, это потому, что он отсырел, пока я нес гранату к месту эксперимента. Ладно, зажгу ее так. Да, взрыв получился очень мощным. Посмотрите, от гранаты почти ничего не осталось. А вот и наш запал, который не сработал. Кстати, напишите в комменты, как вы думаете, почему он не сработал. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще более крутые эксперименты. До новых встреч, друзья. Пока-пока.